Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии», и сегодня мы в гостях у Мадина Хушта, очень большого знатока истории адыгов, археологии. Мы будем делать потом еще в будущем такие расширенные выпуски, а сейчас вот самая интересная тема, которую спрашивали часто, касающаяся лаосского камня, который найден был в Лао. Мадин, в общем-то, первооткрыватель этого камня, и вот сегодня мы поговорим о том, как свершилось это открытие и что это вообще за камень для тех, кто не знает об этом. Мадин. Здравствуйте всем, кто видит, смотрит, думает. Если вкратце сказать, на самом деле, камень этот непростой. Начну, скажем так, с самого начала, как все это было, где это было. Само название Лао, чтобы все знали. Лао – это, если говорить на убыкском наречии адыгского языка, оно звучит как Ляу. Еще раз повторю, Ляу. Ляу – это значит, это этноним, это родовое название, род. Там проживал убыкский род, очень знатный, обширный, по названию которого родилось это название. Лао, сейчас все там отдыхают или трудятся, я не знаю, и так далее, общеизвестно. Рядом с Лао находится еще одно там, Вардане, это не Вардане, или там не что-то, это Вардан, это тоже точно такое же родовое название. Теперь вернемся к камню. Камень был обнаружен чисто случайно, много лет назад, некой группой подростков, которые просто ходили через это место на море, спускались. Эти подростки стали большими ребятами, они выросли. Потом кто-то из них пошел в тренерскую секцию. В секции тренерской, которая в Лао находилась, преподавал один человек, тренер по некоторым видам единоборства, тренировал мальчиков, которые когда-то в своем детстве спускались через этот ручей к морю. Они видели этот камень впервые, и они рассказали своему тренеру. Тренер познакомился со мной лет через 5-6. Так судьба сложилась, что мы с ним познакомились. И он мне сказал как-то раз, там лежит ваш камень. Я его спросил, ваш это чей? Что за камень? Он сказал, ваш адыгский камень лежит там. Он плохо разговаривает по-русски. Поэтому да, очень было трудно выяснить, что же за камень, и пришлось сразу выйти на место в этот же день, вечером. Он показал тропу, мы спустились, там очень крутой ручей, на самом деле, овраг, если можно так сказать. Мы спустились туда, и когда я увидел этот камень и эти надписи, вот эти вот изображения, я сразу понял, что эта встреча состоялась. Тут не нужно было уже ничего придумывать, о чем-то говорить. Человек, который рядом со мной был, он тоже это почувствовал. Потому что, честно говоря, у меня и волосы, и спина, и кожа, все, что могло шевелиться, все зашевелилось сразу. От того, что на самом деле это был судьбоносный момент. Ну и после этого пришлось принять экстренные меры для того, чтобы этот камень не пропал, чтобы его не продали, чтобы над ним никто не поглумился. Потому что, так сказать, кто-то мог из доброжелателей, в кавычках, отнести туда молоток или просто камнем сбить эти надписи и сказать, ничего не было. Ну, много таких людей. Потом я узнал, что его хотели продать, что хотели его оттуда вытащить, что хотели его извратить, содержание всего этого. Но в итоге так получилось, что с этим человеком удалось все-таки этот камень передать в надежные руки. Исследование по нему проведено, проводил всемирно знаменитый человек именно по дольменной культуре, по знаток хатского силабария, так называемого, это силабарическое письмо, то есть символическое, иероглифическое и силабарическое письмо. То есть этот камень стоит в общем ряду с сухумской плитой, так называемой, и майкопской плитой. Угу.
Майкопская и Сухумская – это они тоже известные в археологии, известные в науке, некие тоже камни небольшого размера они относительно, на которых присутствует тоже вот это вот силабарическое письмо. В итоге исследование проведено, это можно увидеть, теперь оно везде есть, занесено в научную среду. А камень, он в каком-то музее выставлен сейчас? Камень находится сейчас в хранилище Майкопского музея. Сейчас находится. Немножко поясню, почему там, а не почему где-то в Сочи там, или, не дай бог, где-то еще. Потому что на самом деле, я скажу простым человеческим языком, этот камень является свидетельством о рождении нашего народа. Этот камень говорит сам за себя. Его не нужно присваивать, не нужно извращать или ломать смысл того, что там написано или нанесено. Поэтому лично я рад, что все-таки этот камень попал к тем, к потомкам тех людей, кто им пользовался. Это на самом деле судьбоносное было событие. Я счастлив, что в моей жизни это событие произошло. Что я смог вернуть, то есть великое Всевышнее Божество, великий Бог, который присутствует на самом деле в каждом из нас и вообще везде. Он позволил мне, лично мне, участвовать в этом. Моими руками он вернул этот камень, вернул эту информацию, вернул эту память моему народу. И вот хорошо, что он не попал куда-то, в другое место. Очень хорошо, это большое событие, я счастлив. И вот каждый, кто найдет, скажем так, где-то в сети или где-то по этому камню видео, изображение или что-то, будет просто в восторге. Всем рекомендую. Ну, я думаю, мы вставим и фотографии, чтобы можно было посмотреть. И с позволения Мадина представим именно работу по изучению, которая проводилась в Майкопе. Там этот, диссертация, да, я так понимаю, была. Поэтому... Это монография. А, монография, да. Монографию можно будет почитать, изучить. Вот. И, кстати, я думаю, можно будет сказать еще, что если вдруг кто-то что-то похожее видит, может сообщать, если вдруг какие-то находки, если кто-то вот лазит, бывает, там по лесам, там по каким-нибудь ущельям. Вот, не давайте волю, как говорится, идиотам и всяким черным копателям. Есть люди, увлеченные специалисты, которые уважают историю и имеют возможности сохранить ее. Поэтому, в общем, обращайтесь лично, лучше так. Все, наверное, да? Да, спасибо. Спасибо вам. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. И до новых встреч. Спасибо, Мадин, за интервью. Всем пока.